На Алтае в эти дни многочисленные туристы штурмуют горные склоны ради невероятно красивого зрелища. Там расцвел моральник, который считается одним из главных символов края. Откуда открывается самый захватывающий вид, расскажет Алиса Паршакова. Горы Алтая полыхают фиолетовым цветом. Ежегодно на цветение моральника приезжают тысячи туристов со всей страны. Моральник называют алтайской сакурой. Цветет только две недели в году, да и то в горах. Срывать нельзя. Краснокнижник. Штраф 5000 рублей. Поэтому на память только фото. Здесь очень красиво, волшебно. Ничего подобного нигде в мире, ни в Японии, ни в Европе, ни в Америке нету. Это здорово, фотографируются, эмоции, конечно, зашкаливают, красота неописуемая. Самые смелые в поисках растения забираются в Талдинские пещеры. Но чтобы подняться, сначала нужно проползти шкуродер. Здесь даже находили убежище первобытные люди. Разводили огонь, чуть подальше есть подобие дымохода. Наверху горы... самые пышные кусты моральника. Да, эта красота того стоила. Дух захватывает. Цветение – это знак для алтайского оленя морала, что пришла весна. Говорим тихо, чтобы не спугнуть. В это время у них активно начинает расти панты. В день может сразу до 5 сантиметров. Ежегодно молодые рога срезают, и на их месте вырастают другие. Животные здесь находятся в естественных условиях. Питаются целебными высокогорными травами. Панты варят, замораживают, едят, делают настойки, маски, добавляют в ванны. В честь цветения моральника в крае большой праздник. Открывает туристический сезон. Гостей приглашают в круглый аил, алтайскую юрту. Всех обязательно угощают кислым молоком, чегенем. Очень полезно употреблять ее при сахарном диабете. Мы же из древних веков кочевали. Вот то, что на кислом молоке готовится, да, она хранится долго. Алтайцы верят в волшебную силу моральника. Его изображают на одеждах, сумках, заколках. По легенде, при сотворении мира злые духи хотели создать демонов, а добрые себе подобных людей, началась война. Моральник вырос на поле Великой битвы, там, где погибло много светлых душ. Моральник – это память о чистых душах. В начале мая горы становятся местом паломничества для сотен художников. Такой красивый пейзаж сам напрашивается на холст. Чтобы нарисовать моральник, недостаточно одного цвета. Здесь есть и глубокие фиолетовые, глубокие синие, розовые. Сердцевина у него светлее, а кончиком он обычно темнее. Цвести моральник будет все майские праздники, так что время полюбоваться им еще есть. Алиса Паршакова, Максим Путинцев, Константин Анисимов, Татьяна Ервинкова, Сибирское бюро, Первый канал.